зато лес красивый будет. Ну, он не сильно так красивый там у нас. Красотища какая. Ой, какие красивенькие. Ура! 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 Вот они! Ну, блин, даже на суп я их не буду брать, они такие маленькие. Красота, красота! Эх, какая красота! Жаль, что они все-все-все маленькие, еще в одном месте. Но эти я знаю, где они были. Здесь недалеко. Хорошее место такое я приметила. Так они же не выросли. И вот здесь на дереве. Казалось бы, люди как-то собирают грибы зимой. Ну разве это можно собирать, а? Дрожжалки. Те у меня усохли. А черные еще, ого, какие. О, какие вкусные, какие хорошие. Смотри-ка ты, а. Ой, вон как высоко. Слушай, давай это дерево заберем себе домой. Да. А как? А как мы их добудем? Посмотри-ка ты. Во. Не знаю, как это. Вон те, высоко. Они все примерзли. Мы же их. Ну ты их отскриби. Подожди, я никак скриби. Не понимаю. Вот одна кора. Ну, кору мы снимем, а они. Бери с корой, дома они отойдут. Ай, Люд. Ну возьми мне немножко. Мне не нравится очень-очень. Они же вкусные, интересные грибы. Они замерзшие. Дрожалка, да. Ну так минус 5. Ого, а высоко какие красивые. Интересно, это живое дерево? Навряд ли. Так. Вот они какие. И вот они какие. Как же их взять-то? Ну, они не такие красивые, как я раньше видела. Вон там вверху на двух деревьях. Ух ты, какие. Как же их снять? Даже камеру на них не вести. Вот. Вот. Хочу таких дрожжалок на Новый год заморозить. Ой, блин, падает. Положить их на стол, да хотя ну, бы. Не отодрать. Да? Конечно, они замерзшие напрочь. Да? Ну ладно, мы пару штучек отскребем как-нибудь. И все. Да, отскребли уже. Ну-ка, а вон там повыше, вон там они крупненькие. Повыше. Вот. Куда ты повыше? Они высоко-высоко забрались. Так, держи немножко. Тогда. Давай. Дрона. Ну, это денежное дерево. Вот такое вот. Тоже симпатичное. Ну, чем выше, тем они мельче. Маленькие. А то дерево было люкс. Это беленькие тутычки. Тоже симпатичненькие. Ну ладно. Мы уходим. Ничего хорошего сегодня мы не нашли. Ламулины очень маленькие. Вешенки не попались. Дрожжалки замерзли. А мы нет. Все. Выходим, наверное. Пора отсюда уходить. Сегодня мы втроем. Нам хорошо.